Так, ну и сейчас поснимаем в деталях, что на этом столике у нас. Так, значит, у нас два рюкзака военных, маленьких таких, поместилось. Много разных медицинских, я не знаю, там, для медицинской роты, ортопедических носков или там ступней, как они называются, не знаю. Так, у нас дальше монокуляры, 6 штук, перископы, 5 штук, ноутбуков там, бушных, 5 штук, перчаток, по-моему, где-то 20 штук, дроны у нас 8 штук в этот раз, они разные, ну, что маемо, то маемо. Так, дальше, что у нас еще? И последний у нас остался флаг. А флаги, вот они, флаги, потерялись по центру стола. 19 штук. Потом мы раздаем эти флаги и делаем наш канадский флот там, в Украине, с помощью ЗСУ. Решил не поднимать на второй этаж, все очень тяжелое. Решил в бейсменте поснимать. Значит, пробежимся коротко. Берцы. Это гражданские, но они очень крутые, классные, новые, где-то там чуть-чуть ношенные, 13 пар. 13 размер есть, вообще 3 пары, кому-то с большой лапой. Большое спасибо Санжару, нашему казаху, который живет в Канаде. 20 биноклей он привез. Потом монокулярчики от него, 3 штучки. Есть и новые, есть и дальномер от Сергея Деца. Здесь от Вовы Швеца 2 таблетки и новый, ну не новый, лаптоп рабочий. Беруши для артиллеристов, маска для МЧСников наших, кому-то там Харьков передадим. Как всегда у нас ортопедические носки. Я не знаю, как их правильно назвать, для медрота. Их очень много, я всех их не показываю. Вчера еще докупил 10 вот таких вот перчаток. Офигенно классные, кожаные, там, бомба. Ну и сектор приз, это у нас на барабане будет черный кому-то военный рюкзак. Остались у меня денежки, ну как остались, это хороших денег стоят такие рюкзаки, тактические, военные, разных расцветок. Я сейчас расскажу вкратце, я называю это папой, да, он такой вот большой, здоровенный, тут есть все, то есть он очень большой. Потом идет мама, чуть поменьше, такого черного цвета, есть и темно-зеленого. Тут есть, я не знаю, для чего это. Можно и гранаты сюда запихивать, такие подсумки. Куча разных отделений можно носить и горизонтально. Да, там. Потом идут детки. Они одинаковых размеров, эти детки. То есть, вот, только спереди они отличаются. Мне больше вот этот вот нравится. Я сам с таким катаюсь. Разные есть расцветки. Они чуть поменьше, но очень удобные. И, как я называю, это для инженерных войск. Эти две сумочки. Какая фирма? Вот такая вот фирма. Highland Tactical. То есть есть тут все. Нужно посмотреть. Ну, я не знаю, тут насколько. Намного. Привет всем. Сегодня у нас 25 сентября 2022 года. И мы выезжаем в горы вместе с моими подписчиками. Семьей Зазуля и семьей Марченко. Это те ребята, которые донатили на дроны для ЗСУ и для Сбройных сил Украины. И сейчас работают на строительной компании у моего друга украинца. Про Юру я снял отдельно материал, вообще отдельный выпуск, но выпустим этот выпуск, скорее всего, позже, когда он разрешит это все сделать.
Есть на то причины некоторые. А сегодня такой легенький. Вы посмотрите, куда мы поедем, как мы будем отдыхать, ну и как вы будете потом приезжать и отдыхать здесь, в Канаде. Погнали. Приехали мы к Юре. Сейчас будем прикладывать наши вещи к нему. Открывай свой багажник. Погнали. Я записываю. Да, десь час 20. Флориды, США проезжает в Rocky Mountain. Покажи цю красуню, що вона там розповідає? Що, пішли за дровами, нічого так і не знайшли. Ну, будемо свої дрова тоді використовувати. Так, це наш Рома. А, це, до речі, Саша. Така сама Юра. Сашка каже, Рома, про що? Ну, я думаю, достатньо буде дров. Так, ну, можете розрізати кавунчик. Потім оце можна вже брати. Я думаю. Так. Що там? Холодно. Ні, ну, звісно. Таку ще можна трішки попити навіть. Тут, до речі, риба водиться, форель. Так. Ну, підете тут і погуляєте. Ми потім в мініванку закатаємося, якщо час вистачить, а потім вже в бан в Hot Springs. А я поки посижу в таких кріслах. Як же круто, класно. Сяд. Що там балакає? Юрина Вольво, Роми Субару. Помните, когда ты снимал про эту машину? За сколько Рома ее взял? И так вот наш пикничок продолжается. Скоро будем делать стейки. На улице где-то плюс 20-21. Українка догоняє пакистанку в Канаді. Що ти, спалив наші стейки? А це був не я, ви випрочуєте. Так треба було місцями його. Так, зараз. Щось там, якусь воду целебну. Та ні, все нормально. Та горить же ж, ти бачиш. Так, вогонь горить. Так, знизу? Так, знизу. Я ж знизу. Я люблю такі чорні, я буду їсти чорні. Та я теж люблю, ну, діло в тому, що якщо вони повністю згорять, то вже буде погано. Ось, пожалів клейонку одірвати, а? Фольгу. Фольгу. Давайте сідаємо. Перші канадські стейки для Юри.
і для Саші. Рому ми вже возили. Дякуємо. Все, пробуємо. Холодно. Красиво. Так, ну що, запишемо про вас останнє відео на сьогодні. Розкажи, пожалуйста, що тобі подобається в Канаді? Скільки ти тут уже? Класно, не пам'ятаю, 2-3 неділі. Да, ну ладно. Будемо називати, що 2-3 неділі. А скільки? Я не пам'ятаю вже сам. Та вже місяця півтора ви тут. Да? То так швидко время прилетіло, що ви не поняли. Ну так, мабуть. Що вам по відчуттям? Праця, понравилась, не понравилась, поки що, за півтора місяця. Да, все нормально, понравилось. Все, спасибо. Дуже добре. Дуже змістовна відповідь. Саня, давай. Все понравилось. Все отлично. Девочки красивые тут? Нет. Нет? Правильно. То есть молодежи тут нечего делать? Сейчас не знаю. Да? Есть. Есть? О, отлично. Украинки красивые есть. О. Вот что взрослый человек отвечает. Ладно, все, пока. MyAgro. Прохання: підписка, лайк, колокольчик, коментар під відео, поширення. Дякую.